Сейчас информация от оперативного штаба по коронавирусу. В регионе выздоровели 212 человек. Диагноз COVID подтвердился у 107 пациентов. Скончались 7. На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находится 69 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких 19 пациентов. И как сегодня сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на Национальный исследовательский центр имени Гамалеи, первую вакцину от коронавируса передали на экспертизу. Предположительно, ее зарегистрируют 10-12 августа, и тогда 15 числа вакцина может поступить в гражданский оборот.